Громкий процесс по афере с муниципальным жильем в Новосибирске близится к завершению. Сегодня с последним словом к суду обратился бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Андрей Гудченко, которого обвиняют в мошенничестве с двумя десятками квартир. Экс-чиновник выступил резко против видеосъемки своего выступления, в котором обвинил следователей в том, что они сфабриковали его уголовное дело. Процесс Гудченко назвал репрессиями в духе 30-х годов, ведь ничего противозаконного в продаже муниципального жилья не видит до сих пор. По его словам, мэрии за несколько лет было продано больше 1500 квартир. Обвинение запросило Гудченко наказание в виде 8 лет лишения свободы.